В 27-й школе Орска наградили шестиклассников, которые заняли 4-е место на всероссийских президентских состязаниях. Команда опередила соперников из 80 регионов страны. Ребята были единственными представителями Оренбургской области. И это отличнейший результат. Но так как это не призовое место, депутаты Законодательного собрания Оренбургской области Владимир Гудамаров и Сергей Романенко решили порадовать школьников и вручили им грамоты и медали. Поблагодарили их за труд и старания. Гришина Аня. Витеева Жасмин. Журавков Валер. Егорьев Даниил. Фракция КПРФ на постоянной основе оказывает поддержку спорту в Орске. Мы помогли с экипировкой и пришли поздравить их и вручить им кубок, медали, чтобы у детей это осталось как бы, ну, память о этих соревнованиях. Потому что, ну, как бы, все равно остаться без кубка и медалей, мы считали, что это неправильно. То есть мы должны их наградить и вручить им. Поэтому я считаю, что они большие молодцы, что они добились таких результатов. То есть, ну, для города Орска они продвинули его как бы на высокую планку. Дети преодолели на соревнованиях 4 обязательных испытания – многоборье, эстафету, теоретические и творческие конкурсы. Из дополнительных соревнований наши мальчишки и девчонки выбрали баскетбол. Одно из выступлений они продемонстрировали нам в спортивном зале. После награждения в школе прошли веселые старты. Ученики из других классов тоже показали, на что они способны. Спортивный праздник в школе номер 27 удался.